Нет продавца. А сколько нет времени уже? Минут 10, да, ждем? Сейчас, сейчас отправим директору. Сейчас Равису все скинем. Распадаются, да, мышцы? Ну какой? Наполеон аппетит. Тут прям это для людей-то. Худеющих. Ладно, ждем, ждем продавца. Ты не любишь сниматься? Где ты, расскажи мне. Где ты? В легенде, да? Что делать будем? Что тренировать? Ноги? Нет. Спину. Спину и грудь. Ну ладно. Окей. Давно была в зале? Да. Когда последний раз у тебя было? У меня было? Да. Куда у тебя было, вспоминай. Ты стесняешься? Какие вопросы мне? Ты стесняешься камеру? Не любишь, когда тебя снимают? Все, да? Ты зажалась. Нет. Нет? Давай, хватит хватить. Снимать. Я в основном их снимал. Чем? А? Чем? Ну. А почему бы нет? Почему? Не всегда же есть смысл действиям. Ты фигней маешься? Пошли. Телефон бери. Пойдем тренировать рыжика. Не все в этой жизни по желанию. Давай. Да, плыви. Не надо. Ну все, не снимаю. Хорошо, давай. Давай будем просто снимать так. А ты сейчас зал. Делаешь? Конечно, я тебя не снимаю. Стас! Маши, давай. Что? Не выкладывать ничего. Не надо меня никуда выкладывать. Чё хренел? Давай, давай, маши. Давай, покажи, как ты машешь. Долго не будешь, нет? Не снимать. Блин, а чё мне снимать тогда? Очень мне интересно их снимать. Снимаю. Это было как бы у тебя анти Твоя очередь. Че нет-то? Там один. Я говорю, твоя очередь. Ты меня будешь снимать. Я тебя уже снял уже не раз. Ты уже как бы в любом случае засветилась. Ну а что делать-то, что делать? Ты как бы сама понимаешь, что? Ты как бы можешь сказать? Женщина всегда что-то может сказать. Решение за нами. Давай. Во. Ты старайся не рывками, именно мышцами. Вот, медленно вниз. Видишь, как у тебя четко получается? Очень красиво. Особенно выражение лица в этот момент. Я шучу. Все кадры будут хорошие. Слышь, мой крючок. Все. Мы с
все уже, все. Сейчас, подожди, я сделаю. Это твой вес, да? А? Я готовлюсь, да? Сейчас, да, подходим. Что, меня затянет? Ты что будешь делать? 30. 30? С цепями? Давай ролики делаю уже нормально, ты что-то хрень какую-то иногда снимаешь. Да, я шучу. Ну давай. Ты упадешь, да, с ней? Что? Надо какой-нибудь трэш, чтоб был. Знаешь? И в конце над головой ее выжить там. Да. Опа! Вот! Не, ну, кстати, можно было девчонок, да, повесить? Какая техника выполнения у супер тренеров, легенды. Видела? Вот. Теперь девушка это повторит упражнение с этим же весом. Все запомнили? Хотя бы с одной цепочкой, да? Ты там в телефоне будешь сидеть? Ты, а на камеру? Пойдем тянуть в тренажере. В таком аппарате была? Снимала? Ой, делала? Снимала. Делала. А нет, маленькую. За пипочку подергай. Нет, а как не вставить? На какой? В дырочку. На какой? Ну давай начнем с малого, давай 9. Вверху. Это? Нет, да. Это циферки. Показывай. Как ты умеешь. Вот. Только подбородок у нас смотрит либо вверх, либо прямо, но не вниз. Вот. Трусики цвета персика. Трусики цвета персика. Видишь, как хорошо. На прямой локоть только не выходи, немножко оставляй запас в локте. Вот, сразу пошла. Видишь, как хорошо. Спинка у нас работает. Спереди, сзади? Ну, я не знаю. И так, и так? Можно и так, и так. Давай. Не успела. Но, немного. Немного не успела. Не успела близко так делать. Нормальный? Что ты? Давай, рыжик. Ой, ручки-то короткие, да? Да. Вспомнил динозаврика? Да. О. Как идет хорошо. Как по маслу, да?
Ой, что-то я сегодня устал. Делай. Кажется, я не устал, просто не выспался. Не выспался? Снимай. Где? Ладошку снимаешь. Что, вчера готовил тут ночь? Не, я уж поняла, что сегодня написал. Молодец. Вот. Ногу-то все убери. Ты не делала в таком? Тяжело? Опусти и поменяй вес. Полностью убери тогда ее и все. Да, ее просто убери и все. Пускай болтается. Все, вот грудными тяни. Видишь, тебя работает. Старайся до соприкосновениями, чтобы максимальная нагрузка была. Пойдемте. Вас-то можно снимать, да? Да. Как вас зовут? Дарья. Так, мы сделаем сначала тогда разгибание. Вес мы сделаем маленький. Килограмм так 9. Делали такое? Значит, мы сюда садимся. И просто поднимаем. Да, и просто поднимаем. Только вот эту штучку мы поднимаем. А, у нас тут. Вот. Коленки у нас полностью прижаты к лавке. Это 4 килограмма? Ну, попробуйте там. Мне кажется, совсем, наверное, мало будет. Там просто пипку эту делаешь, и она задевает. Как-то, наверное, под ляшечкой это телефон, нет? Да. Давай вот прям. Выскими ее? Да, полностью. Ну сколько? Тогда, наверное, 13 получится. Сейчас посмотрим, будет у нас задевать или нет. Не задевает? Нет. Видишь, коленка у нас висит. А так не должно быть. Мы вот эту штучку, видишь, красненькую делаем. Угу. Поднимаем ее. И назад отодвигаемся. Еще подальше. Еще? Ну, чтоб коленка полностью прижалась. Выше. Носок смотрит вперед. И полностью бедром работаем. Мне так тяжело. Тяжело уже? Просто если мы девяточку воткнем, то там она задевает корпус тренажера. Не дает поднять. Сколько так надо делать? По 15 повторений. 15? Мы мышцы греем. Нам как бы не должно быть тяжело, но сустав мы должны разогреть и мышцам давать нагрузку. Ну, тепло пошло по мышцам. Тогда перемещаемся сюда теперь. Мы так сделаем примерно 3-4 круга сделаем и все. Здесь мы ложимся. Носок у нас смотрит на нас. Носок на нас. И мы делаем сгибание за счет бедра. Зада бедра. Таз мы не поднимаем. Тоже 15? Ну да. Все, ложимся. Телефон. Thank you.
идем в бабочку. А не подскажете, вы тренер, да? А? Вы тренер? Я не. Нет? Ну, подсказать могу, если что. А давайте пишем-ка. Тоже подпишем. Мечтаю. Понятно. Кто опоздал у нас сегодня, а? Кто у нас сегодня опоздал? Я опоздал. Подзабились? Ну пойдем пока попробуем поприседать. До этого приседала? Вообще не приседала? Ну что, садилась когда-нибудь на корточке? Нет. На корточке специально не садилась, само получалось, да? Значит, вот у нас есть штанга, знакомься, да. А? Ну, передвигаться мы сможем. Так, вы уже были, да, прижать? Где же позитивный настрой и улыбка? Вот, видишь, как сразу? Сразу легче пошло, да? Нет. Все ставим. Вот, все поставили. Что там у нас Рыжик делает? Давай, Рыжик. Вот тебе в ладошки, да? Вот тебе в ладошки. Я тебе потом скажу, малышка. Куда ты мне скажешь? Малышка. Показывай тогда чем. Что показывать? Смотри, как так нормально, смотри. Как телевизор. Можно вообще что-нибудь. Чего? Чего можно? Секс в машине? Ну ты что тут? Секс в машине. Что? О чем речь идет, а? Все вот у нынешней молодежи-то. Секс да секс, секс да секс. Расскажи, как тебе фитнес-центр «Легенда»? Хороший, отличный. Хороший, отличный зал, да? Как тебе со мной тренировка? Отличная тренировка. Да? Да. Понравилось? Да! Еще бы. Да, еще бы охота, да? Еще раз, еще много, много раз, чтобы со мной тренировка была, да? Я так туплю всегда после тренировок. Это бывает. Особенно после тренировки. Да. Ты что, снимаешь эти все? Ну, ты думала. Я думала, нет. Я думала, мы так разговариваем. Ну, короче, это... Так разговариваем. Ну что, если вы хотите тоже потренироваться в фитнес-центре «Легенда», приходите. Тренироваться со мной, с Рыжиком. Стасик вас да. Прокачает. Да. Супер Стас вас прокачает. Обращайтесь в отдел продаж к Светлане Гилевой. Говорите, что вы от меня. И мы вместе с вами потренируемся. Сейчас мы пойдем кушать. Не позитивно получилось. Уныло так, знаешь. Это просто ты уже устал. По киселёшному. Конечно, после устал. Тренинги. После тренинга. Я вчера готовил до двух ночи. Так и буду жаловаться. Молодец. Сейчас самому приходится делать. Ты понимаешь намек? Что надо как-нибудь найти время. Стасу приготовить поесть. Да, приехать ко мне в гости, приготовить мне покушать, сделать генеральную уборку. Скоро весна, помыть окна, стекла. С
собрать такую женскую бригаду. Ну, если не справишься. Ты справишься одной? За один вечер? За один день? За вечер? За вечер. За вечер. Ну, вся ночь впереди. Ночь. Всем пока. Доброй ночи.